Так, вот смотрим, не знаю даже как назвать, четырехэтажный таунхаус вроде. Вот, соответственно, вот это вот первый этаж получается. Вот, значит, здесь такая терраса застекленная. Вот, здесь у нас получается спальня одна. И дальше идут три этажа вверх, и на каждом этаже по спальне. Вот здесь идет своя ванная, туалет. Да, тут это любитель самолетиков был. Это получается второй этаж. Здесь тоже такая спальня, где-то квадратов, наверное, 9-10. Вот такая терраса, квадратов 20. Так, и вот у нас там получается вид на океан. Вот здесь вот автописта рядышком вот идет прям. Вот соседние балконы. Вот так, еще раз, это второй этаж у нас. Тоже, судя по всему, никто не живет. Вот. Значит, здесь вот шкаф такой получается. Это спаленка. Там терраса такая, квадратов, наверное, 20. Застекленная. Так, здесь у нас получается ванна, туалет. Света нет, ну, понятно. Вот, и здесь еще одна маленькая спальня получается. Еще одна маленькая спальня. А здесь выход. Какой-то колодец непонятный. Такой облупившийся. Значит, это у нас второй этаж. Вот там вот внизу еще одна спальня, комната с террасой. Это первый этаж. Значит, поднимаемся по лестнице. Здесь у нас идут еще одни ванна, туалет, точнее просто туалет. Вот такая лестница длинная. Вон. Поднимаемся наверх, это третий этаж по факту. Вот, вот эта вот кухня здесь находится. Вот здесь есть внутренний колодец такой. Здесь вот бойлер такой маленький, его можно поменять на больший. Это значит, тут еще раз кухня. Здесь можно окошко прорубить, чтобы в гостиную было. Вот получается гостиная. Гостиная уже имеет маленький балкончик. Ну как маленький, тоже квадратов, наверное, 10 есть. И вот такой вот вид в сторону Лагомера. Так, это у нас, повторяю, третий этаж. А там еще один этаж вверху, да? Да, но там, смотрите, там сегодня ключ не можем найти, потому что... А там что? Ну там терраса. А, то есть там не комната? Да, мы